несколько приемов игры в мини-гольф. Вот Василий Ахмутов. Друзья мои, я думаю, что с ваши аплодисменты. Только еще одно, да, если какой-нибудь высоты. А да, сейчас после удара, конечно, повидали. Виталий пошел по кардинально другому пути с ударом от борта. И как мы видим, разные варианты, как можно, так сказать, подойти к этому вопросу. Прекрасный удар снова демонстрируется в России. А может быть, на какую-то другую голову еще подойдет попробовать? Вот. Рекомендую всем тогда посмотреть, как же происходит на восьмой лунке, потому что она действительно непростая. Это видно даже непрофессионалам, я думаю, со стороны. Браво, друзья! Все, вдохновение сегодня вместе с Василием, это видно, просто удар за ударом. Направление было выбрано идеально. Итак, второй удар. Виталия. И лунка взята.